Здравствуйте, друзья. У нас гости в студии. Я, собственно, зашел в офис так во время каникул тут кое-что поделать. И вдруг бах, откуда ни возьмись, не сговариваясь. Вот пришли люди. Люди, представляйтесь. Меня зовут Денис. Мы уже были у вас на канале, записывали видео. И моя жена Аня. Из Парижа. Да, мы сами живем в Париже, но родом из Украины. Харьков и Кривой Рог. Да, мне кажется, кто-то стучал. Ну там это реально что-то кривое в этом? Или что за рог там такой? Длинный. Самый длинный в Европе. Рог? Шучу, нет. Этот город, он самый длинный в Европе. 124 километра. То есть не то, что там все друг друга знают, я так чувствую, там такого нет. А что, вдоль речки, что ли? Нет, каждый город это как маленькая деревня, особенно на Украине. Но он такой большой. Я, наверное, даже не во всех частях этого города успела побывать. Там какой-то металлургический комбинат раньше был. Он и сейчас там есть. И сейчас есть. Это в какой области вы? Днепропетровск. Днепропетровской. Понял, понял. То есть это вы, значит, там это украинскую мову размовляете? Здесь. Есть такое. А что в Париже? Что в Париже делаете, расскажите? Живем, наслаждаемся жизнью. Ну, живем, понятно. А делаете? Вот вы лично чего делаете? Да. Ну так вы смелей, чё вы. Ну вообще как бы приехала сюда, больше к мужу приехала, потому что я там работаю, я работаю в IT-сфере, так. А она как бы сейчас время такое адаптационное, то есть выучить язык, потому что без французского во Франции очень комплике, как говорят французы. Язык я немножко освоила, но очень много интереса, но деятельности. Вы какой язык раньше изучали? Английский. Так, я извиняюсь, годик нам... Мало совсем, наверное. А насколько выхожу? Не знаю, вы можете где-нибудь между 23 и 27, вот где-нибудь в любом. 23. Ну, видите как, француз. Ну, понимаете, сейчас сложно. Сейчас бывает, что 30, а скачет как 17, понимаете? И сейчас вообще очень народ помолодел, я бы сказал, особенно вот девочки. Смотря где. Ну, вот у нас в школе. Вот я не знаю, я так не могу широким таким... обзором не вижу, но вот я вижу, что у нас по уровню, как сказать, энергии, которая брызжет, по уровню вот светящихся глаз и вот такой, то, что называется, excitement такой. Вот может быть, люди просто нашли то, что хотели вот, найти. Вот сегодняшние 28-30-летние напоминают мне нас, вот там, 18-летних. То есть они такие вот... 30 лет в наше время, я вам скажу, это было как... Ну, можно сказать, списать человека уже со счетов, потому что уже там пару детей у нее будет к этому возрасту, и она будет измотана покупками, стоянием в очередях, общественным транспортом, значит, а еще же не было косметики нормальной, не было шмоток таких, чтобы пойти купить. Вот, там можешь себе сшить, сошьешь они по ночам. Вот, а не да сможешь. Вы за какой год говорите? А вот когда вот я такой, как вы был. Вот. Потому что я смотрю, что тут все абсолютные мужчины и женщины, они на машинах ездят, то есть общественный транспорт. Тут я же не про Америку. Я вам про то, откуда вы приехали, рассказываю. СНГ, ну, СССР раньше было. Да. Ну, в Украине тоже есть люди, которые живут очень хорошо, есть средние, которые не очень. Как вам сказать, в каждой стране есть люди, которые живут очень хорошо. Например, Сомали, там, где вот они пиратствуют корабли всякие, вот они тоже строят дома хорошие там где-то в своей территории. Ну, как они и получают эти финансы, это другое. Они зарабатывают, да. Но вопрос в чем, что разница не в том, что есть богатые и есть бедные, а разница в том, в процентном отношении как-то распределяется. Понимаете, вот, допустим, если... бедных, ну скажем, 15%, это одна страна, мы сразу скажем, какая. А если бедных, например, там 95%, то мы тоже знаем, какая. Понимаете? Поэтому так. А так, конечно, богатые есть. А что нам богатые? Наверное, вы довольно интересную книгу читаете. А это блогер, вот возьмите в руку. Это блогер Сергей из канала «Другая Америка». Ну, «Спутников» — это у него кликуха такая, видно, творческая. Он прислал сегодня книжку. Видите, вот конверт у меня. Я даже сделал сюжет о том, что он прислал мне книжку. И вот так приходишь на работу, а тут почта горкой, знаете, вот он пишет, что про жизнь в Америке. Интересно. Он пишет про жизнь в Америке в 95-м году, когда вы еще даже не ходили толком под стол, а лежали в люлечке. Тебе был один год. Я уже родилась. Ну, родились, да, да. Вот, хорошо. Вот смотрите, у нас вот мы сейчас... даже автор вам подписал.
подписал. Не, ну что ж, а я ему тоже, под... я ему тоже подписал. Вот я бы и вам могу подписать, у меня есть. Здорово. Да. Это здорово, да. Вот. Так вот мы сейчас вот общались с нашими, получается, друзьями, которые здесь живут. Они сюда приехали по грин-карте. Угу, по лотерее. Да, вот работают сейчас в IT-компании. И вот мы как бы сравнивали, сколько получают, ну вот примерно в среднем девелопер, веб-девелопер. Так. Вот они говорят, что здесь в среднем получают где-то 120 тысяч. Где-то так. Ну как бы начинается с таких. Я не могу ничего добавить, поскольку это не моя область. Uh-huh. Я думаю, что есть такие, что существенно больше получают, ну, да, есть такие, что и существенно меньше получают. Но в данном случае важно не сколько получают, а все-таки сколько получает вот, в соответствии с ценами, которые тут есть. Да, то есть вот, я думаю, интересно. Что куда бы вы отсюда ни отъехали, соотношение зарплаты и цен будет лучше, если отсюда отъехать. Потому что здесь просто очень дорого. Очень много народу. Какой у вас канал, ну-ка напоминайте? Канал называется Bonjour France. Можете написать Bonjour как Бур. По-французски. Бонжур. А Франция по-русски. Буржу, как пишем буржу? B-U-R-G. Нет. B-O. А, вот такой. Бон, как хороший. Бон. B-O. N. N. О, бонжур. Такой бонжур. Bonjour. Вот такой бонжур. Теперь эспас. Пробел. Так. И русскими буквами Франция. Можно и английский. Бонжур. Мне кажется, как буржу. Я говорю, бонжур. Так. Понимаю. Вот Франция, я уже вот есть. Бонжур, Франсиан. Франс. Бонжур. Вот, я first number one. Вот он. Прямо как Дэнди лондонский одет. Он наконец увидел свет. 180 видео, 5647 подписчиков. А, ну это не вы тут. А, это французы о России. Да. Я думаю, все, что надо, они знают. Основное-то. Ну, основное, да. А там дальше-то что? Малую часть, да, очень малую часть. Так, ну-ка давайте смотреть. Вот тут, что у вас тут? Мы сразу сейчас с вами разберемся. Most popular. Что у нас тут? 240 тысяч. Что французы знают о русских? А потом сразу бах, и 28 тысяч. Цены в Париже на продукты. И парижский бомж. Ну, сейчас бомжами не удивишь никого еще там. И понимаете, что загадочно во французском бомже, он еще по-французски говорит, понимаете, в отличие, ага. Скажем, от того, который там где-нибудь в Твери или в Нижнем Тагиле. Да. И Сан-Франциско тоже тут мы видели достаточно. Бомжей, о, конечно. Я как-то, знаете, шел по Монреалю, и так странно было, шли два китайца и говорили по-французски. На чисто французском или у них? Хорошо, ну как они в Монреале говорят, так ну и да, говорили. На своем таком. Да, и значит, для меня как бы не французский. И вот, и смотришь, думаешь, ну хорошо, два китайца, говорящих по-английски, это нормально. Но чтобы два китайца по-французски, знаешь, это некий сюр такой, к которому надо привыкнуть. Ну ты потом начинаешь соображать, ну да, это же франкоязычная провинция, там, ну да, они же, наверное, местные, там, ну да, и вот, в общем, знаешь, но вот такой сюр. Поэтому... Ну, у вас там ну, вот, арабского можно не знать еще? Ну, мы знаем там, например, какая там еля, там, салам и так далее. Чуть-чуть знаем. Пару хохмочек, так. Да, потому что мы жили где-то года два жили в районе арабском. Да, любимая, ела-ела. Там, можно сказать, сколько улиц, наверное, три, это выходцы из Марокко. Там, ну безобидные так они. Ну, как бы, ну, там нету такого, что там пьянство и так далее, такого нету. Но зато они там увлекаются другими вещами. Ну, типа? Ну, например, гашиш, там, вот такие вот вещи. Нет, ну, народ не трогают, не обижают, там безопасно жить, там не подойдут с ножиком там или... Да нет, за два года таких случаев не было. Вы слышали информацию про последние события во Франции? Да там все время последние события, там и в Англии, и во Франции. Ну, тут взорвут, там еще что-то. Ну, то ж не выход тут. То такие, то вообще откуда они берутся, непонятно. Хотя, хотя вот когда был последний теракт, сказали то, что вот устраивал выходец из Туниса, но который уже француз. Это уже не первый раз из Туниса. Вот уже два тунисца там во Франции, там где-то один там на грузовике въезжал в толпу, а другой где-то тоже на грузовике. На взятие Бастилии в Ницце. Да, в Ницце, а другой где-то в Бельгии там на грузовике, да, тоже из Туниса. И оба легализованы. Что интересно, что да, то есть они приехали, то есть получается, их не родители приехали во Францию, легализовались, да. И они уже как французы. А им чего-то не хватает. Ну, да. Бывает. Что-то хотят.
Хорошо. Так вы как блогер как себя позиционируете? Ну, значит, рассказываю о жизни во Франции всякие. Вот, например, почему я начал вести канал? Потому что в свое время, когда я приезжал во Францию, не было никакой информации. Uh-huh. Заходишь в интернет, какие-то там статьи, ну, такие портянки большие читать, огромные. Uh-huh. Это очень долго. Хочется посмотреть видео. Угу. Хочется посмотреть видео, чтобы там рассказали, поделились опытом. Кратко и по существу. Девчонки так в целом ничего? Так, девчонки? Француженки? Да. Ну да, есть разные. Я как-то вот так, когда был во Франции, как-то не впечатлился совсем. Ну то есть нет, есть конечно, но вот так, чтобы вот массово. Ну вы же ж, вы видите, жена украинка. Ну да, это пока показательно. Это конечно. Ну вот я имею в виду таких, кто местные. Совсем уж там прямо местные. Я же не имею в виду из Марокко тоже. Местные там тоже могут быть темнокожие француженки. Да, местные. Тоже азиаты француженки. Угу. Я имел в виду, ну вот как бы исторически, знаете, вот то, что там, вот когда Дюма, например, писал свои книжки, вот, вот, может быть, потомки, так сказать. Такие типичные француженки. Да. Ну, они видела очень... несколько красивых только в кино. Да, ну кино это святое, друзья, это святое. Есть, как бы, ну вот, в принципе, сейчас во всех развитых странах женщины сейчас они наравне с мужчинами, то есть 50-50. Я не знаю, как здесь в Америке, но во Франции. То есть меняют полы все. Да, ну, то есть они такие более независимые, как бы подают себя такие, то есть нету такого женственности такой нету. Да, феминистки. Ну вот типа такого. Да, так что там, что вообще во Франции-то жить можно? Ну да, вот мы живем уже 5 лет нормально, живы, здоровы. Ну вот по пути мы делали как бы статистику, так. Делали итог, где же лучше, Франция либо Америка. Да, да, вот мы сейчас как бы сравниваем. Так как же вы можете сравнить, если вы там живете, а здесь нет? Да, да, вот ну мы как бы спрашиваем у тех, кто тут живет. Никак, а они не жили во Франции. А не путай, говорят, туризм с эмиграцией. Да, да, это разные вещи совсем. Туристы совсем по-другому. Когда да. Я впервые приезжал в Париж, совсем другой вид на него. Нежели, чем, ну, нежели просто жить. Да, это точно. А русской речи много на улицах в Париже-то? Не в марокканском квартале, а так вот. Ну, например, в Елисейских полях. Такого, как в Штатах, например, Брайтон Бич, и такого там нету. Uh-huh. То есть, чтобы чисто русский квартал, такого нету. Uh-huh. Но русские встречаются, да. А есть такое, идешь там где-нибудь по улице, там, да, и вдруг мат, перемат, там как-нибудь по телефону кто-то разговаривает. Бывает, да, бывает такое. Бывает, едешь в метро, допустим, да, с тобой сидит какой-то мужчина или женщина, и мат-перемат, но он же не знает, что рядом, рядом как бы человек, который понимает его. Угу. Не догадывается. Да, не догадывается. Ну, здесь всегда такая прическа, не подумать, что... Что француз, да. Такие прямо этот Тарас Бульба какой-то. Да, с Украины. Понятно, понятно. Да, ну здорово, здорово. Ну и, минуточка, а у вас статус-то какой там? Значит, у меня статус вид на жительство. Есть грин-карта, вы с ней знаете. Ну да, это такая как бы... Она, она французская или общеевропейская? Можете она там французская. Жить? То есть вы не можете с этим жить в Германии и работать? Нет. Нет. А сколько вам ждать до чего-то более постоянного? Ну, во Франции нужно, значит, 5 налоговых деклараций. То есть 5 лет нужно работать и платить налоги. Чтобы получить? Чтобы получить гражданство. Ну что же, это ну, так по-честному. Да. А здесь? А здесь с налогами не связано. То есть, просто 5 лет живешь, но уже с грин-картой. То есть даже можешь вообще не работать, где-то там ходить, гулять. Это кулачить. Ваше дело. Да. Да. Значит, ну, допустим, у вас есть деньги, но ну, не работай. Вы даже можете находиться на социальных пособиях всяких. И это тоже. Но если вы 5 лет прожили в стране, то вы можете с грин-карты подаваться на гражданство. То есть проблема получить грин-карту, получить гражданство уже проблемнее, если вы там не совершите преступление, там за эти 5 лет какое-нибудь уголовное или там что-то. Ну зато у вас есть такая вещь, как лотерея грин-карт. Вот во Франции такого нет. Значит, Америка заинтересована, чтобы люди и сюда ехали. Я вас умоляю. Это придумали там уже много-много лет назад с целью привести народ из Африки. Но поскольку дискриминировать нельзя, то сказали, ну, не только из Африки, а вот еще оттуда и отсюда, и там, ну, какие-то квоты в зависимости от разных там всяких дел. Ну, вот за эти 20 лет, считай, больше 20 лет, считай, вот 1 000 000 народу привезли.
То есть, конечно, для страны с населением в 330 миллионов, миллион, скажем, немного. Ну, да. Но зато те, кто попал в это дело, для них, можно сказать, именины сердца. Я могу сказать, что за счет лотереи создались такие общины, вот, например, как болгарская. То есть найти болгарина, скажем, там в 90-91 году, втором было практически невозможно. То есть болгарин был как жар-птица, там, допустим, не знаю, это в Мурманске. Знаете, то есть не где-нибудь в зоопарке. Вот. А сейчас много стало. Из Беларуси то же самое. Так что какие-то. Украинцев тут всегда было много, да? Всегда было много, но понимаете, как советские украинцы обычно не идентифицировали себя как специфические украинцы. Ну, то есть, там мы все советские. И вот нас там называли русские. Ну, как вроде все русские. Но потом уже вот получилось, что две разные страны стали, и как-то многие очень болезненно воспринимают, когда их там. Даже вот до всех этих крымских, донецких дел многие болезненно воспринимали, вот там люди с Украины, когда их называли русскими. Но тут и киргизы русские, и там, я не знаю, казахи русские. То есть все, кто по-русски говорят, все русские. Во Франции такая же история. Вот. Это вопрос только в том, насколько вы себя там как-то. Насколько вас это колышет или не колышет, как они вас там назвали. Понимаете? Ну. Да. Не, ну конечно, если сейчас подойти на какого-то украинцу, который там патриот такой, и сказать ему там Russian, то можно его оскорблять. Есть проблема. Если человек дурной, то его можно и не оскорблять, он сам обидится. Он найдет повод обидеться. Вот эти все, как сказать. Вот этот патриотизм головного мозга, понимаете, он что с той стороны, что с этой, это все отвратительно совершенно. Вот, но, ну что делать, вот время такое. Ну ладно, вот как бы уже слава богу, что хоть кто-то уехал, понимаете, там, и кто не хотел участвовать в этом во всем, как тут. Я думаю, многие бы уехали, если бы граница так была вот открыта, там вот тебе грин-карта, поезжай, правда? Да. Вот, так что, потому что при всех там как бы делах идейных и патриотических и политических, все-таки человек должен жить, детей растить, и хочется находиться в спокойном каком-то мире. Ну вот сейчас же в Украине сделали безвизовый режим. Да. Что как бы. В Париже это заметно. Или пока нет. Мы как раз уехали. Вот приедем, узнаем. Ну, говорят, что это не было проблемой там получить шенгенскую визу и поехать себе. Просто это было больше чуть-чуть всяких нюансов. Нужно было сделать, чтобы ее получить. Справки лишние. А справки это, как обычно, взятки. Ну, получить там, например, на счету у вас 10 тысяч там, долларов, да? Ну, для украинца Я думаю, что это не в том, как бы, достижение, что стало легче ездить, а все-таки больше в том, что какой-то уровень признания, что ли, вот тебя приняли куда-то, в клуб какой-то, в который всех подряд не берут. Все-таки, то есть надо было как-то там законов напринимать там пару сотен. И как-то так. Другое дело, как эти законы исполняются, это отдельный совершенно вопрос. Но во всяком случае они есть. То есть, скажем, если есть закон о том, что там чего-то можно, чего-то нельзя, это лучше, чем закон о том, что, например, нельзя там комментарии оставлять. Да? Потому что если кто-то вдруг решит, что это как-то экстремистское, да, то глядишь, тебе и срок положен. Все-таки с такими законами вот не принимают. Да, это точно. Ну, так вы что за маршрут у вас? Значит, мы сюда приехали, сначала прилетели в Нью-Йорк, побыли в Нью-Йорке пару дней. Нью-Йорк-Сити. Потом прилетели в Сан-Франциско, здесь уже мы, сколько, два дня? Два с половиной, еще пару дней здесь, потом мы в Лос-Анджелес, с Лос-Анджелеса в другую сторону, во Флориду, в Майами. И с Майами заново в Нью-Йорк, с Нью-Йорка в Париж. То есть такой вот круг сделали. Понял, то есть вы на автомобилях не очень ездите, вы так. Ну вот сейчас мы приехали на авто. Я понял. Но именно не путешествуете. Скажем, вы не поедете в Лос-Анджелес на машине, да? Нет. Ну, было бы, конечно, хорошо поехать на авто. Ну, так и поезжайте. Не отказывайте себе. Или у вас уже билеты просто? У вас есть билеты, да. Если билеты есть, надо воспользоваться. Да, у нас есть билеты. Вот. А потом доедете до Лос-Анджелеса, можете уже на машине сюда приехать и обратно. Можно так. Главное, чтобы билеты были использованы. Здесь вроде 8 часов, да, ехать до Лос-Анджелеса? Есть люди, за 6 доезжают. Ну, часов 7-8 это без напряга, так чтобы так выйти, поразмяться, там покушать по дороге. А вам где больше нравится? Лос-Анджелес либо Сан-Франциско? Ну, я там не живу, слава богу. Мне больше тут нравится, где мы есть. Большой город, мы отвыкли от большого города.
там все-таки масса ну, неудобств, скажем так. Вам, вы молодые, вам, может быть, хочется там и не где-то очень потусоваться, там, и я не знаю, что. Может быть, вам в Сан-Франциско было бы прикольнее, чем тут. Вам тусовка, может быть, нужна. Потому что здесь тусовок нету. А здесь меньше тусовки. Ну, есть немножко, но меньше. Вот, поэтому нам здесь комфортно. В общем, мы давно здесь, уж, слава богу, 27 лет живем. Нам тут, мы тут давно. Но здесь вот это получается, мы где-то сейчас находимся в середине это Кремниевой долины. Самый гадюшник, самый центр. Да, тут вот туда плюнешь, Google попадешь, там да, сюда плюнешь. Были сейчас в Гугле. Microsoft, Facebook, Apple, тут они все рядом, все вокруг нашей школы, понимаешь? Так они сгруппировались. То есть вы, получается, выбирали свое место именно специально, чтобы быть поближе? Когда мы выбирали свое место, их вообще никого не было. Да? Конечно. Мы с 94-го года. А они? Гугла не было, Фейсбука близко не было. Там, ну, Apple был, конечно, Apple был. Да, Apple, да. Вот, Microsoft был. Хотя, Microsoft-то тут не было, Microsoft тогда был в Сиэтле. А потом они понакупали здесь компании и собрали их вместе вот тут, в кампусе, но это уже где-нибудь год 99-й был, вот такого плана, 98-й, 99-й. У меня жена вот там работала, она работала в Hotmail, а потом Microsoft их купил, вот она оказалась в Microsoft. Потом они построили вот тут здание, целый комплекс есть у дороги. То есть, когда мы начинали, ну, я даже не знаю, кто ж тут был-то. Ну, Oracle был, знаете, там, ну, там, я не знаю, кто там был. Cisco там был, была. Oracle, Microsoft, Cisco, вот, а потом мы. Потом уже все остальные. Появились ребята. Вот, например, возле Фейсбука есть. Интересно, они сделали. Это же, ну, как бы специально планировалось. Фейсбук, и вокруг него улица называется Hacker Street, как-то так. Hacker Street. Ну да, но началось это с Apple, потому что там, где стоит Apple, это называется Infinite Loop. Ага. Вот, бесконечный цикл. Да, да, да. Вот, так что они были первые в этом деле. Каждый своем, да. Вот. Так, а вы какие-то сувениры покупаете? Там в Гугле вы были, ходили в магазин сувенирный? Нет, мы так просто приехали, посмотрели, мы туда не заходили внутрь. Там как бы нужно было заранее сделать эту резервацию, чтобы прогуляться. Нет, там есть визитор-центр, и вы туда приходите, и там магазины, там есть чего посмотреть и чего купить. Там, если вы, вот, скажем, блогер, вы можете там кепку с надписью YouTube прямо на месте или там кружечку. То есть, а офис YouTube и Google это разные? Офисы в разных местах, но магазин. А магазин один, да? Да. Просто тут есть Google один, есть лобби, есть там еще какой-то. Ну, еще раз, называется Visitor Center. Visitor Center. Да, вот туда пойдете. Хорошо. Вот. Так что это специально для гостей. Там сфотографируетесь возле разных там версий Android, там с этими соты медовые, там какой-нибудь бутербродик, какой-нибудь там еще что-то. Ну так. Да, кстати, в Америке кто более популярен? Какая операционная система для телефонов? Я думаю, что можно погуглить и посмотреть, но из того, что я вижу, например, у нас в школе по студентам, может быть, сейчас немного впереди айфоны. Раньше так более-менее пополам было, а сейчас, мне кажется, больше айфонов. Судя по тому, вот когда мы начинаем тестировать что-то, и там все со своей машинки достают, вот сейчас айфонов больше. Печатные машинки. Мини-печатные машинки. Ладно, давайте мы тогда что сделаем? Значит, мы передадим привет там всем, кто там у нас вас смотрит. Все, ну, вы же не по-французски с ними, правда, вы так по-простому. Ну, по-простому, да. Да, ну, тем не менее, там. Вот, им передаем привет, просто по-русски передадим. Вот. И так, здоровеньки булы, там что-нибудь там, не знаю, там скажем. Будьмо. Вот. А вы тогда давайте нашим. Сейчас сказать что-нибудь по-французски уже так, раз уж вы из Франции приехали. Давайте что-нибудь так по-простому, коротко, чтобы все поняли. Я буду переводить. Да, я могу сказать вашим подписчикам, что Je vous souhaite bon chance, bon courage dans votre parcours. То есть в переводе это означает. Это даже я понял, да. Означает, что я вам желаю хорошего удачи, хорошего как бы успеха. Пути в том направлении, которое вы выбрали. Bon voyage. Вот так вот. Хорошо. Я ведь учил французский 3 недели, помню, учил. Это много. Да, но зато на интенсивных курсах.
Вот. Вы планировали поехать туда? Я вас умоляю, в то время я мог поехать только в Сибирь. Но и только принудительно. Но просто курсы были на работе. И я там походил немножко, а после этого поехал в колхоз картошку собирать. Да, это круто. Вот. Но мне повезло, потому что рядом со мной собирал картошку переводчик с французского из министерства нашего. Вот. И мы с ним на грядке вот, значит, практиковали мою французскую в эту мову. Там, я уж сейчас уже не помню, но оказалось, что, в общем-то, как-то я мог что-то сказать. Я не мог читать. Нас не учили читать, а учили только говорить. То есть я когда я, уже пройдя курс, прочитал написанное, вот это, когда мне сказали, вот это, кес-кесе-кеса, и я сказал, ну это не может так быть, ну, это полстрочки очень текста, много. Полстрочки текста, и, один смысл. И совершенно не очевидно, что оно так должно звучать. Да, там. Ой, кошмар. Ну, например, если взять слово Рено, да? Да. Там пишется Ренаулд. Да, ну это мелочь. А читается Рено. Да, ну это мелочь, это пример. Это стандартная группа букв, да, которая читается, да, это мелочь. Да, мы ведь тут и в английском языке тоже страдаем от французских слов, да, тут очень там, много, да, которые надо писать как бы на французский манер. Вот, ну ничего страшного. Викюль. Бюро, например. Бюро. Бюро, тоже, да, вот так раз его и так не сообразишь, как писать, надо просто знать. Ладно, давайте все машем ручкой, так, говорим всем привет. Пока-пока, привет.